Сиденье для постригания старые. Парикмахерская. Парикмахерское сиденье, наверное, не знаю. Одна какая-нибудь куколка вон средненькая, 80 евро. Ниндзя всякие. Блин, ниндзя тоже покормят там. Сочилось? Внизу с реки покормят. Вот сейчас. Это игры такие. Дойдем до низу. Китайские. 250 евро вон стоит этот черный плащ. Черный плащ. Ну, да, смотрю, ну, я ужас летящий на крыльях ночи. Ну где? Ну я его снимал. Ну, да. А стоит. Ну, это точно ужас. И вон там какие-то молодежь, смотри внутри. Игроманы. Круто. Смотри, Писатора фигура это с этим, да? Обалдеть. Ты пока плати. Ну это же покупают. 650. Красиво. 100 евро всего. Кто? Ну, это дракон. Да. Классно. Под Лианой здесь есть что? Наверное, просто я не знаю. Черный плащ другой есть. Там стоит или по 300 евро, по 600 евро, короче, такие. Кто-то себе покупает, наверное, кто-то им сам. Он типа цельный, вот так вот. Цилиндр? Не знаю. Нет, это, ну, из других. Это другой пластик. Ну, девочки какие. Покемоны. Ну, там красиво такие мелочки пошли. Ты мне это посмотри. Ты его держишь. Здесь уже цены нормально. 10 евро шапочка. Ну, черненькая, как ты хотела. 24 евро. Ну, похоже, не знаю. Увидим. Ну, платье красивое. 70 евро. Да, красиво. Вязаное. Отлично, классно. Мне такое пошло сейчас. Вот что-то уже 50 евро. Ну, это вот не очень, а вот то, которое с красненьким, классно. Ну, во Франции все красивее делают. Всего 70 евро стоит. Слушай, за такое платье, это дешево. Ну. Там хорошие такие. Маленькая такая 20 евро стоит. Вот что, под ним что-то одето, шапочка. Там внутри много шапочек. Стены. Ну, здоровые. Что,
улицу? Да, улицу пойдем. Снимать первые дома такие красивые. Старые такие. Магазин штанов. Так, уже крапает. Я не пойму, что это, похоже, что начнет. Я не знаю, как ходит. А вот этот Бузе, это вот, смотри, вот Бузе. Это не музей здесь? Это вот, а это отель. Вот этот Бузе, это же есть? Он дядя, который придумал. Что а, это знаешь, что за дом? Это дом, что-то на нем что-то 100 или 180 масок. Смотри, видишь, маски везде. Сейчас я почитаю, если найду. Дом 106 масок на нем. Называется «Мой сон де ТТС Копфхаус», в переводе на немецкий это дом голов, типа. Там внутрь заходят люди, я не знаю, может там красиво, поэтому зайдем. Почему-то подходит туда. Написано, что там отель. Вроде как. Пойдем посмотрим. Там масок. Дом сверху как будто кривой, да, и не как будто он как царь, видишь, он пошире сверху. Окна, видишь, кривые, царь. Эти окна вот на втором этаже, они кривые, да, царь, видишь? То есть третий этаж, он шире. Вкуснятинки всякие. Знаменитые же какие-то макароны. Макарон. Шапочки. И все, папа, там все витрины можно ходить снимать, да, так красиво? Ну, чайничек. Это тостер настоящий.
Спасибо. Ой, там также такие тоже красивые. Нет, это... там много, внутри много мелочей красивых. Да. Вот, веселенько. Сверху и медведи попадают в этих лейк. А вот там сзади и туда еще. Все в лейках. Где столько насобирали? Пройдет направо. Дальше. Оттуда. Может, плохо быть. Сколько тебе штук здесь? Осторожно только здесь. Только лейки, только спирли. Душлак это. Там такие лучи красивые. Она налево, скорее всего. Ну, ладно, вот так, такая. Такое ощущение, что все, потом уже все приедается, все одинаково, кажется. А вот этот дом тоже красивый. Такой. Слева здесь. Со свиньей. Сидит свинья, да. Свинья, причем за ногу привязана, видите? А написано, что... Девочку поймала за ногу. Свинушку. Лучка. Который в 40-м году никак был построен, что там как написано. Фенри Бон, дом читает. Стоечный он что-то. Всякие красивые. Сувенирчики. Красиво тоже свет. Ну, это не волк. Это шикарно, конечно. Ну, вообще, мне кажется, это волк. Не будем заходить на него, да? Он стоит очень дорого, да? А вы вот спросите, что это? Ну, это собачка, это не волк. Мусорки думают, что это сколько.
интересно в этой балкончике делать. Вот такой. Ох, видно. Скорее всего, куда-то вы можете расписной кто-нибудь. Этим камням, конечно, ходить. Музей вот такой. А вот этот музей. Он есть в музее? Ну, не он закрыт. Ну. Солнышко опять. А? Солнышко. Налево пойдем, да, наверх? А там налево идешь, канал потом туда уходит. Так. А мы вон прямо пойдем. Мы легких посередине выбираем, да? Где прямо? Прямо можно пройти. Пойдем? Пойдем прямо. Телефон главное не уронить. Туда. Такие 20 по 5 центов. 5 центов красивее даже без центра. Бронзовый. Там вдоль здесь и пойдем? Ну. Ну да. Да, форель? Ну, форель. Ну, не знаю, что тут такая, ну, там прям, которая боком. Классно, прикольно. Мне кажется, это уже венец.
Не знаю, мы еще не дошли в нее. Вот эти вот показатели теперь туда показывают. То есть ты видишь кругом. То есть опять туда. Пойдем на рынок. Да, но мы обратно же пойдем. Ну, на рынок сходим и пойдем. А, мы же время как идти. Пойдем на рынок. Смотри, какие красивые домики там слева. Да? Вот, мне кажется, как она есть в Венеции, Дима. Вот, которая слева туда, в сторону, потом она пойдет. А эти указатели, это что-то странное. Очень странное. Рынок. 3% скидка. Самое таскать. А вонючие часы купили, блин. Да. Ну, он грибок какой. Мясо. Ну, я не знаю, там получается, что такое сырый. Все по маленький, я. Ну, да. По краю круга мы найдем, где это. Маленький, это мини. Вон цены. Ну, тут цены тоже смотрел. Кстати, нет. Спроси меня. Это совсем небольшой. Тут несколько. Еще и на какую-то как клетку. Там дом тоже красивый стоит. Угу. Мы же быстро мы дошли. Ощущение, что еще где-то она. Надо посмотреть. Ну, может, да, мне кажется, мы не хотим дошли. Или мы пойдем так направо, туда вот дальше. Да,
Вот мы здесь находимся сейчас. Если перейти дорогу, то там что-то вот какой-то вот тоже какой-то брунный будет. Хайлиг и Ганс. Интересно. Это мы уже прошли, да, получается, здесь что-то. Какой-то вот только какой-то музей какой-то. Нет, где-то картинки, что ли? Ну, мы оттуда пришли, мы вон там все смотрели. Какая-то маленькая, а можно вон дальше тоже что-то смотреть? Ой, не надо мне это. Вот она, маленькая Венеция. Дом такой красивый, разрисованный, как окошки или что, и в них вставлены как картины. Как маленькая Венеция. Кальмар. Слева дом, как будто каждое окошко открывается, как будто твоя скалина есть. И каждое окошко пронумеровано, что открывается вот как будто. О, все интересно красиво. Нам, в принципе, хватило бы вот этой стабилизатора. Ну, да, наверное, если... Стеклянный стол, а внизу дельфин. Куда, в какую сторону пойдем? Там мы ходили. Хотя мы и здесь, по-моему, ходили. Ну, разговаривающий аист. Мы там, наверное, не ходили в красный. Ну, какие? Волка нету? Ну, как обычно. Если есть они волка, подделывают под это. Как хаски. Ой, надо разговаривать, чай, наверное, да? Разговаривать надо. Нет. А, он вон там не разговаривает. Вот. Со всех сторон. Ты прикольный. Ты прикольный. А чё это не снимаешь? Не, ты не полностью повторил.
Ну, карачок. Какая собачка? Не жон белая, но собачка. Ой, какие вкусности, смотри. Сразу и сладости, ну, и сыр такой. И сыр вонючий. Все сразу, да? Ну и колбаса вонючая. Это типа, я не знаю, как это называется. Нетрофиля, смотри. Ай, блин. Ну это, я не знаю, это, наверное, конфеты. Нетрофиля? Ну, вообще, это да, это дорогие грибы. Тоже посмотрим. Да через полчаса уже вечер будет. Это как хренди стоит, шоколад это все. А вон там, смотри, какой шоколад остался. Хотите снять? Bonjour. Ну, кто там стучит, ты идешь. Что, нам налево или направо вообще? Так, налево вроде как, ну? Ну. Блин. Ну. Внизу там Синдерелла такая классная. Белоснежка. Белоснежка, 7 гномов. Там только один гном, правда. Там Чип и Дейл есть. О, прикольно. C'est l'Orient, quoi. Quel pays? Chamia. Chamia de... Нью-Йорк. Статус свободу снять.